Всем здравствуйте! 73-летняя Регина Дубовицкая прославилась как маститая ведущая и руководитель юмористической программы, однако за напускной улыбкой телезвезда скрывала неприглядную особенность. Выяснилось, что знаменитость кажется милой и доброжелательной женщиной лишь на экране, а в реальности Регина Дубовицкая – королева издевок и сарказма. О непростом характере ведущей поведал ее коллега, юморист Александр Морозов. Комик признался, что звезда ушла из его жизни после неприятного инцидента по окончании гастролей в Саратове. Между группой коллег завязалась словесная перепалка, и тогда женщина колко выдала оскорбительное замечание. «Ой», — Морозов заговорил, — «а я думала, ты такой дурак», — выразилась звезда. Импозантный артист был недоволен таким поворотом событий. Регина Дубовицкая унизила его, перегнув палку, мужское самолюбие оказалось под ударом. Однако Александр не растерялся и врезал обидчице в ответ. «Регина Игоревна, а я про вас и до сих пор так думаю», – едко подметил Александр Морозов. На этом, по словам юмориста, он и ведущие программы окончательно разминулись. Комик заявил, что знаменитость нередко ведет себя враждебно по отношению к окружающим. Примечательно, что скандальную историю Александр Морозов рассказал после сложного периода, который выпал на долю телезвезды. В начале 2022-го Регина Дубовицкая жаловалась, что пандемия коронавируса сильно ударила по ее команде. Из-за тяжелой болезни многие юмористы погрязли в долгах, и ведущей пришлось одолжить им денег по доброте душевной. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.